Набирает обороты российская воздушная операция «Возмездие». Наша авиагруппа была увеличена вдвое, ежедневно совершает свыше 140 боевых вылетов. Поражено уже более 800 объектов террористов. Это базы боевиков, заводы по производству оружия и взрывчатки, склады с боеприпасами, а также цистерны с нефтью и объекты по ее переработке. У сирийской армии есть доказательства эффективности ударов российской авиации. Об этом заявил представитель сирийских военных, бригадный генерал Али Майхуб. По его словам, эти атаки нанесли террористам невосполнимый ущерб. У нас есть множество доказательств эффективности ударов российской авиации. Массированные авиационные удары российской авиации нанесли невосполнимый ущерб международным террористическим организациям на территории Сирии, нарушили их систему управления и финансирования, уничтожили их базы и склады. Сирийский народ и армия благодарны вооруженным силам Российской Федерации за практическую помощь в борьбе с терроризмом.